В Рощино тем временем тоже коммунальные неприятности. Там жители нескольких домов уже 3 недели не могут нормально приготовить пищу и помыться. Вода в дома поступает вместе с песком и землей. Нет и отопления. Причина – авария на скважине. Воду из нее берут уже 60 лет, в том числе и для местной котельной. Других источников питьевой воды нет. Вот что рассказал последним известиям по телефону глава муниципального образования Валерий Савинов. 10 числа наблюдается мутность в воде, в связи с чем были приняты мероприятия, связанные с очисткой. На сегодняшний день работы ведутся по очистке, но, к сожалению, должного результата не могут довести. И в связи с этим были приняты мероприятия, связанные с обеспечением населения чистой водой. Каждый вечер у нас подходит цистерна, где жители удовлетворяют свои потребности.